Добрый вечер. Сегодня я расскажу о спиреях, которые, конечно, еще что-то цветет, а что-то уже отцвело. Спиреи цветут с ранней весны, это начиная с мая месяца и до поздней осени, до октября. Вот сейчас спирея вангута. Это спирея, которая цветет весной. Она цветет где-то с мая месяца и в июне. Вот эти ветви колосовидные такие, почему я не делаю обрезку? Потому что вот это все будет белым. Белые мелко цветочки. И представь, вот этот шар такой большой, он весь будет белый. Очень красиво. Это бумальда есть спиреи. Это тоже вот белые спиреи. Ну, конечно, я вот обрезкой редко занимаюсь. Мне нравятся спиреи, которые вот именно такие вот колосовидные, что сейчас, вот когда осенью, у листвы начинается, то есть листва начинает бурая становится, ярко-красная. Я вам сейчас покажу, какие еще спиреи еще цветут в сентябре месяце. Вот эта спирея цветет в июле месяце. Это вот видите, то есть спирея начинает, почему ее очень хорошо разводить в садах, это цветение длится с мая по практически по конец сентября до первых чисел октября. За спиреей несложности нет никакой ухаживать. Спирея очень легко обрабатывается, ее можно делать и шаровидную, ну, любой формы, какая вам нравится. Какую, как вы сделаете, так и будет в вашем саду процветать данная спирея. Уход за спиреей никакой сложности не составляет. Единственное, что если будет жаркое лето, в сухую погоду, то спирея любит полив, конечно. Опрыскивание, полив. Подкормку делаем только в июле месяце спиреи. Это азотное удобрение. В зиму я не удобряю ни кальций никакими удобрениями, только азотное летом. И все, спирея спокойненько уходит в зиму, никакой обрезки в зиму я не делаю. Карликовая, которая у меня посажена на Альпийской горке, она уже доцветает, вот есть цветоносы, которые доцветают, я ее не обрезаю, даже сухие цветоносы они тоже украшают. Эта спирея самая большая, то есть высота ее достигает 30-40 сантиметров. То есть эта спирея уже многолетняя, то есть она где-то 4 или 5 лет у меня. И ее очень хорошо подбивать или альпийскую горку, или на альпийскую горку сажать. Или как бордюрные, вот такие спиреи.